вечером и не пришел. Что за люди? Ну, зеленый горит у него сейчас опять, значит, он где-то наблюдает. Всем добрый вечер. Ну что, вот мы опять здесь. Доброго вечера. Инициатива сейчас будет бить инициатора. Так что привет, привет. Стрим номер 138. Я не буду говорить, какой. Ты что, еще считаешь? Нет. 138, это общий счет стримов за 2 дня. 138. Общий счет часов. А что так много? Так я этот, давай тачку бери, этот оффроуд. Мы последний раз с Мишей тут страдали херней, можно сказать так, да? Девушка. Сначала нормально гонку пройдем. В смысле? Думаю полностью перейти на Twitch, а еще пройду все до. Ну, я ты сегодня написал, я надеюсь, это при. Надоели немного, и нужно больше игр на эмуляторе. Чего? Ты что там? Посмотрим, что скажет мой ПК, так сказать. Ты перегрелся, что ли, там? Люди поверили, слушай. Драйвер, говорю, Барри, здорово. Он, походу, делал этот. Перегрелся, как его видеокарта. Бери тачку на этот, оффроуд, и поехали. Может, там маленькой гонки начать, нет? А это нормальная гонка оффроуд. Ненормально, это было ночью оффроуд. Барин, здравствуйте. Лайкос тебе, Антоха, здорово. Как слышно мне, напиши, как там звук, там чего, почему. Я, к сожалению, не слышу, что там происходит. Ну, надеюсь, если вы мне говорите, привет. Во, здорово. День, да? Да, день, да. А чё, какую машину брать? Оффроуд. Не знаю, я на обычную, а потом сменю. У меня такого нет. Кого у тебя нету? Оффроуд. Ну, не может быть. Ну сделай, зайди в гараж, амортизаторы поменяй, покрышки, поехали. Там любая тачка есть. Норм слышно. Спасибо. О, как играть? Как играть? Это что такое было сейчас? Выбрать машину. Что Субару ломаешь? Давай, бери оффроуд. Брайан. Черт, это Брайан. Ага, Скайлайн. О, нифига себе, как сделал, да? Классно. Спасибо. Ёлки, там реально. Так, поехали грязь месить. Динамические. Ой, все, я вспомнил, кажется. Вспомню, как настраивать тачку. Да. А что, спидкросс, да, надо ставить? Ну, ралли. Ралли что-нибудь там в ту сторону. Кто здесь стоит? Нет, желательно тачку какую-нибудь, кватеру, если у тебя есть там. Есть, имеется такая обновка? Нет, да потом смеешь гонку, когда едем до гонки. Ну, смеешь гонку, когда едем до гонки. Пушку гонку потом сменишь. Это по-итальянски. Итальянский? Что? Какую гонку? Ты приглашать нас будешь, Тимур, или мне пригласить вас? Да ты приглашай, ты же предложил оффроуд. Давай, сейчас тогда. Есть тут одна прикольная трасса. Пока он, Влад настраивает тачку, да? Где? Я тогда сейчас... Возьму машину. Возьмите там себе какой-нибудь Mitsubishi Evolution, Lancer, Subaru, Audi. Ой, тут какой-то этот, Ботаник, что-то, Титаник, Ботаник, я вот это вот возьму. Я не знаю, что такое. Чё, Титаник? Титаник это корабль был, посудина. Ну, это тоже какая-то посудина, поэтому... Что-то посудина, я бы сказал. Не, ну выглядит так, нормально. Ретро штукенцы. Так, что у меня на вот здесь? Ага. Эвик. Шопа. Я не помню, что у меня во входе был уже. Никто ничего не помнит. Что такое? Ну так, турский. Гараж. Перформанс. Оффроуд, все, оффроуд у меня на самом деле. Так, чё?
Как у вас там успехи? Все, тачка. Доставляю еще. У меня у знакомого Skyline Brian точная копия. Ты. Ездит по правилам. Камера ездит, ну правильно. Хм. По правилам ездить, как бы, но. Каждый нарушает. Но иногда надо просто правила соблюдать там возле полиции. Ну, на сходках можно участвовать. Ну да. А, тачка, конечно, прикольная. Реально, у него было сделано сейчас прям как в кино, там, Форсаж 2, да? Прям четко. Да, нет, тебе барин написал, что у него знакомый есть. Да, я вижу, вижу, да. Окей. Точная копия, да-да. Так, ну, я... Блин, после вчера его закрыл. Готов? Фит кажется каким-то маленьким. День выходи, да? Да, в день выходи. Сейчас. Как маленьким, нифига себе маленьким. Ну да, там карты тоже побольше. Угу. Но здесь детализация машин, мне кажется, получше, нет? Нет, в спиде здесь. Ну, может, чуть получше. Просто что там сам формат этот, я когда начал меню включать, я говорю, о, Forza. Да, вот именно, мне тоже очень Forza напомнило. Так, и что, можно приглашать. Много чего. То же самое есть, ну как это, есть. Просто чтобы... Постарше там на пару лет эта игрушка, то есть Forza просто потом этот. Вау. Но это бывает редко. Ну да. Танк Чила. У нас на Дмитровском полигоне отрывается. Ну да. А, ну ты уже. На закрытых таких трассах, то конечно, лучше гонять там, ну, гоняй на здоровье себе там. А на трассах общего пользования, ну, всяко бывает. Так, сейчас Тимура будем подвигать, значит, я понял. Ох. Вау, нахуй. Готовятся новые шортики, да? Дрифт. А ну. Разве что с твоей стороны. А ты включал, не включал? Не. Я все, я завязал. 50-й стрим и хит с ним. Тяжелый наркотик. В смысле завязал? С чем там? Я завязал. Отходники у него вчера, брови дергались вчера у него там на стриме, да. Все. Вы кто такие? Я вас не знаю, да? Давайте в хит. Ага. Сейчас вот целый час Fall Guys играли, вот такой на 50-й минуте говорит, давай в хит. Я тебя не спрашивал, за язык не тянул. Не, я завязал с его стримами, я... В смысле завязал? Ой, как страшно. Машина какая-то у меня такая интересная. Мне не хватало немножко китайцев сейчас. Ты что, это твоя что ли, этот? Как он там взял американская лайба? Американский лайб. Да, 32. Ой, вот дерево. Ездить негде на ней. Ой-ой-ой. Гарк быстрее. Хорошо, как ты? Здравствуйте. Чё? Кто там герой едет такой? Драйвер. Чё? Ой. Я улетел в поле. Да. Тут можно улететь в поле. Блин. Конечно, не вайпер, но... Ааа, поле! Блин, я прям в будку врезался. 50... А, это самый? Что не помню этого трека вообще. Блин, это... Чего ты не помнишь? Этого трека, значит, не помню. Это не вы не ездит. Вот. Ну ладно, игра пройдена полностью, как он не ездит. Ну, у меня тоже полностью пройдена, я еще не все эти прошел, как бы. У тебя 100% пройдено? Ну, у меня платина. По идее, да. Платина, не знаю, что это 100% прошло. Ну ладно. Ладно, верю. Игры с черного списка гонки прошел, все, тебе платин дали. Мне кажется... Мне кажется, они эту платину раздают из жалости. На, успокойся, а то уже достал нас. Хотя, там же надо тоже себе определенное время тачки там собрать или что.
радары все пройти, рифы, а, да, вот эти тоже, вот только хотел сказать, вот эти вот все трамплины, или как она там, да, вот это все. Трамплины все, щиты все, все фламинго найти. Краску а тоже, молодец. Краску вот эту вот всю, да? Да, да, да. Было страшно. Да. Ну нифига себе, ты на такой-то чили заехал вот эту грязь месить. Слушай, ну вот это не у каждого а, хватит смех. 400 плюс? А че у вас не 400 плюс? Поэтому я первый. Где первый ты? Ну приехал первый. Я вообще видел, что у меня. А, точно, ты первый был, я думал, я первый. Тьфу-то, блин. Вот у тебя 400 плюс, конечно, ты первый. Ладно. Че у вас не 400 плюс? Да хрен знает, че. Не судьба. Сейчас я тебя еще раз позову, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас одна еще классная есть. Один классный трек. 5 сек. Нет, у меня там 380, что ли. Я просто этот... Я в эту тачку-то силы не вкладывался. Мне здесь, когда мы с Мишей взяли ее, у меня здесь была просто этот... миссия была. Просто я ее поднял. Покрышка, амортизатор, вот это вот все, да? Чтобы она просто была этот... пригодна для того, чтобы ездить по грязи. А там 400 плюс или 300, я так сильно нет. Но я сейчас смотрю, 380 вроде у меня стоял, да? 381, да. Зато у него обзор какой, да? Можно просто снизу под машину лег масло поменять, все этот. Не надо тебе этот подъемник. Она так высоко поднятая. Я почти разбил машину. Я одной левой сейчас еду. Крутой, да? Мизинец, педаль. R32, классная штука. Почему ездить негде? Ездить есть где? На дороге? Это от Subaru. Надо суперфассаж как-то на стриме запустить. Попытаться. На чем катаешься? На тачке? На машине. Вижу, что не на велосипеде, да? И помни, гонщики гоняют. Ой, я не, бы... гонщики не гонят, гонщики гоняют, но не загоняют. Я бы 18 плюс версию сказал этого. Но не буду. Что-то я подразбил чуть автомобиль, у меня тут капот помялся. Я починился. Съездил на заправку, починился тут. Так, а сейчас стою. Два поворота, она так же выглядит. Смысл чинить? Ну, чуть-чуть подвеска высокая. Ну, у меня, правда, тоже высокая. Как кто-то тут на Range Rover в стоковом режиме решил поездить. Так, ладно, я вас оставлю. В смысле? А, это ты на Лансере тут? Как вчера. Да, как вчера медведь после 5 часов стрима. Ладно, я вас тут оставлю. Ну чё? Ушёл? Он же с тобой был все время? На работу, что ли? Да. 5 часов по стриму на работу пошёл. Охренеть. Вообще. Я говорю, береги здоровье, ё-моё. Но он говорит, что днем спал, спрашивает. Что днем поспал. Уи! Папа! Прогласы будут? Я что-то пропустил. Все. Ага. Ну, доедем. Ты в гонке? Да, в гонке. Фига. А че я? А, че ты? Не, наверное, не знаю, вот просто. Не, вот этот бурбуршмак вот этот нормально выглядит. Это ракета американская. Mm-hmm. И этот, как фалвафатаус, получается, тормозит. Не такой, что ничего такого не было. А что ты с нами не едешь, что ли? Нет. Почему? Наверное, где-то в меню был. Ну я сейчас только смотрю, Тимур вон свалил, а тебя что-то не вижу, Влад. А куда Тимур свалил? Влад свалил. Влад свалил-то
Охренеть, прикиньте, у меня рядом с домом есть еще выезд дом, где квартира за 1 миллион в месяц дают. Ничего себе. Нормальные такие прайсы. Ага. Что там делать, да? Бассейн, что ли? Служи от дождя. Не, он просто, блин, в некоторых местах, ну, перегибают палку, как бы. Прикинь, 1 миллион рублей это 10 тысяч евро в месяц. Да, 10 тысяч. Такой Илон Маск. 1 миллион, да. 10 тысяч некоторые платят и за переночевать, как бы, там, определенные звезды, да? Ну, да. Конечно, а что ты думал? Билет на самолет First Class стоит 25 тысяч баксов, да? Ничего себе, где? В самолете. И дома квартира. First Class-то посмотри в Ютубе видосы, когда First Class летают люди. Там... А, ну это частные прям. Не, не частные, они для... Там футболисты летают, чтобы их не видели. Ну, какие-нибудь звезды. Там просто... Там у тебя есть не туалет, комната, а ванная комната целая. Можешь... В душ сходить 10 тысяч метров над землей. Там, блин, тебя кормят, кушать варят, как с карты все делают, да, по карте, как в ресторане прям. Они вот это вот все запакованное, да? Но у кого сколько капусты есть? Сколько капусты есть у тебя? Никакой нету, никакой нету. И что, капусту не кушать? Хотя нет, пекинская на днях была в холодильнике. Свежая. Я сегодня, кстати, морковку. Корейскую морковку сегодня ел. Ух ты! Ух ты! Где Влад стоит? Не дома, а квартира. Я? Да я не стою, я еду. Обычный бизнес джет стоит 25 тысяч, 30 тысяч евро. Да, ну 25 тысяч баксов я видел, но это когда цены были еще до инфляции. Сейчас по-любому 30 тысяч будет стоить. Джет, а ты говоришь прям первый класс. Ну это большой самолет, там, блин... Просто у тебя там будет на борту, у тебя будет там не 300 человек, а 50 человек, и у всех будет прям по люксу будет тебя обеспечивать. Конечно, он там это самое. Так, сейчас, подожди. А, что, другую гонку возьмем? Или еще оффроуд будешь? Влад, ты где? Я тут. Не знаю. Давай с Владом одну, потому что он не ездил, а потом нормальные гонки. Да, давай еще одну, тут есть оффроуд, просто тут, блин, тут они просто у меня еще не пройдены. Нормальные гонки на самолет, он закрыл два. Тут смотри, тут такие бабки еще платят, понимаешь? Смысл есть, оффроуд. Какие бабки? Детки. Кто бабушек пригласил на гонки, я не понял. Ну, сейчас у него время было машину тюнинг делать. Ай! Мост! Чуть не врезался. У меня деловое предложение. Какое? Что? Перелет в одну сторону. За 30 тысяч. Блин, смотрел чувака одного, смотрю, он там летал, да, кей, биткоинов, да, сразу. Там за 30, да, за 30 биткоинов полетишь. Биткоины в цене подпрыгнули, упали, подпрыгнули. Если биткоинов, можно никуда и не ехать уже. Просто на дома компьютер, да? Все, что есть, этот самый, вокруг подмял под себя и все. Во! Стоять! Если там что-то за 5000 свершается где-то там в Москве, то... Типа за 30 биткоинов... Можно уже город купить. Я принял. О! Целый город можно купить. 5 из 5, смотри. Вау! Вау! Прикинь, даже так? Медведь и этот... Медведь потихо там, да? Да. Если медведь там будет сейчас у нас в гонке, то по-любому зеленая тачка. Спалится сразу. Не, ну нормальный Титаник, в принципе. Неплохой. Титаник 3D. Вон там зеленая тачка. Прямой эффект. Это Понтиак, да? Да. Бэха вон там опукает прям вообще ужасно.
заглушить ей мотор. Субару, я понимаю, вот это вот машина для грязи. Давай. Оффроуд. Импреза, импреза. VRX. Я когда еду первым, у меня проблемы. Так, можешь и не понтоваться, в принципе. У меня проблема, проблема. Че, он опять первым ушел, да? Не, ну давай мы сейчас тоже сделаем тачки на 400+. Вот так тебе. Ха-ха, тебе развернуло. Конечно, если 400+ блин, была бы, я тоже, блин. Тут стараешься, стараешься, чего вот этот поворот вписываться. О, блин, можно не говорить 400+, просто 400, это ограничитель. Okay. 400+ никаких нет, это миф. Это миф. Это не миф, это есть, это реальность. Ну какой-то мотор поменяешь, тебе там-то пишется, просто дальше вот 400 не пишется здесь надо в таблицу. Да, здесь деревья, в хите деревья куда отрываются я? Прям с корнями, не то что вчера. Куда, типа... куда я приехал? То, что выкрыл, да. Вчера в дерево едет, такой бабах, и думал, вот это реали, блин. Здесь тоже, если дерево покрупнее, конец. Ну да. Все остальное тросинка не считается, да? Вообще забор задеваешь, он исчезает. Новая за 70 евро игра, да? Качество? Качество. Нет, в остальном там прям в графоне там прям все сочно. About easy. Yeah, Impreza is very best, very good car. Pumps. Subaru Impreza. На английском что-то написал, web is about, yeah. Just about, yeah, yes, of course. Prez, это тачка. А, блин, все это самый. Сегодня прочитал анекдот, девушка спрашивает парня. Чем занимаешься? Занимаюсь криптофита. А нормальную работу можешь устроиться? Да. Сейчас такое пошло. Тебе уже тоже можно время сидеть на компьютере, трейдинг. Трейдинг вот этим занимается. Сидят трейдеры возле ноутбук. Продают, покупают. Не, у меня друг занимался на телефоне. Да? Ну, за год у него что-то было 1000, он до 2000 поднял. Ну, там как казино, как пришло, так и ушло, не? Да, да, да. Типа того, да. Опасная штука. Не казино. Хуже? Это как... Нет, это совсем не бумага. Лохотрон. Нет. Ну, ценные бумаги. Ну, понятно это, что ценные бумаги. Но это ценные бумаги, кто-то миллионером станет, а ты все равно-то... Это не казино. Казино это рандом. А там не рандом. Это типа, какую компанию сегодня мне инвестировать? А тут какой этот там биткоин сегодня? Как этот инвестировать? Там еще. Ну-ка, все, хулиган. Перед финишем, смотри, что сделал, а? Бессовестный. 5 метров отрыв. Там очень сложно все. Да, там очень сложно все. Я вот на днях просто нарвался на один ролик, тут документальный фильм. Чувак 5 лет назад, вот как раз перед пандемией, поднялся из грязи в князи. Вовремя поднялся. Когда все скидывали, он взял, купил. Ну, в принципе, да, там типа, так оно... Так работает, да, оно как-то там так и работает, но он в принципе, без особых каких-то там этих навыков или чего-то там поднялся, соответственно. Так, меняем тачки. Да. И потом, соответственно, началось у него все это, закрутилось, завертелась пирамида, и в конце концов сейчас у него просто
вовремя обналичил, и люди теперь сидят там, инвестируют, покупают, продают, короче, сделал себе типа биткоин, какую-то другую монету, ну, смысл тот же. Чё за гонка? Куда мы едем? На этой гонке? Сверкет? Не, не хочу. В гараж. В какую машину? А зачем в гараж, если можно сменить у гонки? А вот я хочу в гараж. Меняй где хочешь. Это хозяин барин. Ну ладно. Все, сменил машину. Потому что у меня с гаража потом будет ближе до следующей гонки, чтобы пригласить вас. Сам хочешь пригласить? 9 вечера, у меня уже все, планка падает. Офигеть, что за... Еще, блин, я еще 2 недели буду мучиться с этим переменой времени. Да? Да. Так время же вперед, сейчас типа 8. Ну все равно, время-то украли. Я еще... Ты неправильно... Ты неправильно спать пошел? Неправильно. Об этом тоже думаю? Да. Я... Сон утром встаешь, как этот вон... Так, сейчас подожди-ка. У нас гоночка где-то была. Надо меня кошки ночью будили несколько раз. Покушать. Это я уже не считаю, сколько у меня кошки будет. Но дело в том, то, что... Ты просыпаешься... Опять. Так же спать ложиться надо было вчера. Ходил. Неправильно все это. Да, я думал, 5 часов и все. А потом что-то Влад что-то сказал и... Опять Влад. Да, что Влад? Влад ничего не сделал, да. Какие рекорды, что? Это клевета. Говорит, сидим. А я говорю, дивидим. Что? Да, кстати, а ты вчера чем занимался, Влад? На работе его? Какой работе? Не знаю. В общем, до сих пор безработный еще? Синхронизация, да? Синхронизация в последнее время очень жесткая. Хорошо работает. Страшные дела твои. Ну да. Че, принимайте. Intimidator. Я на английском сейчас играю. Устрашитель. У меня просто тиран. Да? Тиран, устрашитель и кто-то там. Это так поэтому по-немецки? Ну, то, это не немецкий, что там написано. Тиран, ну, может быть, да. Может, английский тоже. А у тебя как там на английском было? Intimidator. Что-то напоминает трансформеров, когда ты говоришь такое. Intimidator. Выполз из кустов, собрался в машину. И уехал во свояси. Терминатор, да. Шварценеггер было дело. Шварценеггер же пить. Хорошие машины взяли. Да. 10, 9, 8, 7, 6. Четверо нас. Хорошо. Ну, еще 2 бота будут по-любому. Ну. Автобота, да? Да-да. Камаро, Челленджер и Камазу Челленджер. Оптимус Праймикус. О, ё-мо, если Оптимус Прайм приедет на гонку, то... Оптимус Копейки Плюс. Оптимус Прайм или Оптимус... Оптимус Стандарт. Мустангус. Этот чел на BMW, блин. Второй раз уже тормозит. Че у тебя там розовая полоска? Че такое это? Че это за розовая тема там? Да че такое? О май гад. Розовая полоска. Розовая что-то у него там. Что за намеки? О май. Какие намеки могут быть у цвета? Розовая пантера. Так, а что не так с розовой пантерой? Ну, она розовая. Видишь, у нас всех, кому за 30, у них ку-ку уже. Ку-ку. До 30 не дошло. Нет. Когда тебе будет 30, поймешь, что это прикол. А, вот он забыл, все увидел.
Ну смотрите, смотрите, наслаждайтесь, что я могу сказать. Хорошо, ну, у нас Deutsche Telekom такого цвета тоже тут, да? Первая связь мобильная, это в Германии, тоже такая розовая хрень. Deutsche Telekom. Телекоммуникацион. Deutsche Telekom. А у нас здесь Team. Ну это правда, мобильная такая. Мобильный сейчас этих провайдеров, они просто... Поназывали, но симками разными наименами маленькие фирмы понаделали, на самом деле у руля стоят три большие конторы, все. Все остальное но там. Здесь Steam самое мощное. Ну у вас какой был? Италия. Какой-то там был? Теле 2 или какой там был? Теле 2 в Питере был. А, значит в России, да? Да. Какой там в Италии Vodafone? Еще есть? Мне как-то переключалась связь, я увидел. Windows. Еще что? Vodafone. Ну, Team. Vodafone, да. Это да. Vodafone. Vodafone, я думаю, только в Украине. Vodafone да, везде. Да. Их больше не было, я просто. Что-то это контора у нас это как бы, да? Ну. Vodafone. Все будет период осознанности. Потому что там. Там было этот самый, сначала DMC, потом МТС, потом этот самый. МТС, по-моему? Как говорят? DMC, DMC. МТС, GSM. О, я помню, Билайн, GMC, GSM. Ну, GSM это... на Ям стране. Не, было, Билайн, с нами удобно. А первый, что? Билайн был хорош. Я был Билайн. Там у меня был... Уже было. Ага. Бжолы. Я потом в NFS еще тачки пытался покрасить окраской Билайн. Платите деньги за рекламу, будем делать, да? Осознание взрослости. А, ты 9. Да-да. Так. Сейчас подожди. Вперед осознавай. Ладно. Сейчас я еще вас... Ой, я тут первый. Сейчас еще одну гонку нашел хорошую. Я У вас там денег хватает вообще? Нормально? Денег? У меня 3 ляма. Окей. Я не знаю, у меня машина не осталась. Ты что с ними будешь делать, когда вы... Для игры. Да, перевели бы тебе эти 3 ляма на карточку, да? Можно было пару лет. Хотя бы 3000 бы перевели. Не, ну можно и миллион. Там доллары, поднимаешь мне будет. Не, если бы 3 ляма бы было бы, на лям бы жил, а 2 бы инвестировал, чтобы этот приносило что-то. Да. О, тоже задумался о инвестиции. Конечно. Ну, 2 инвестировать, чтобы они приносили все время месячный какой-то доход маленький, а на лям вот так себе на расходы оставить. Вот это мечты. Там есть. Я считал, мне больше 3 лимонов не надо. Мне этого хватит, тогда это самое. Я могу заниматься тем, чем я хочу. Мне 3 лимона хватит. 3 лимона у меня на кухне есть. 3 лимона и 2 арбуза. На кухне у тебя. Если я на кухне сейчас скажу, что у меня есть, блин, слюной там подавишься. Вчера, позавчера столько еды было, ну Пасха же все-таки. Яйца крашеные. И уже все съел, да? Ну нет еще. Столько яиц нельзя за раз съедать. Чуть осталось. В смысле нельзя, можно? Нельзя, можно. Много яиц за раз. Яйца есть. Вредно здоровье яйца столько есть. О, я понимаю, GTA 33 или 35. Тоже тема. Нисмо особенно версии. Да, вживую их видел. Охренел. Да. Когда на фестиваль ездил здесь, год назад. Вообще, вот такое... сколько было, мне я потом на нормальные машины смотреть не мог. Да я в том-то все проблема. На нормальный, то слышь, что за баба. Это есть такое.
Ну тоже так же на фестивале, мы в декабре. Сколько машин, сколько я в жизни в НФ. Шурик! Здорово. Да-да. У меня два фестиваля в декабре. Один кастомайзинг мотоцикла и один кастом машины. И потом после этого тоже дичь. И голосам в голове дарова. Здорово, здорово. Шурик, здорово. Колоса мои. У меня, говорит, это со мной мысли мои общаются, разговаривают, разум. Ты что тут первым ехал, а? Так что ты мне тут... Купил Porsche, блин. У тебя что, GT3 что ли? Да, GT3 RS. А у меня два. Я думаю, что я тебя догнать не могу? У меня минус один получается. Надо было сразу GT4 брать. Да блин! Надо сейчас мне GT3 купить тогда, так не пойдет. Хер. Все равно денег до хера уже. Ну куда их девать? У меня сейчас 4 с лишним ляма, да? Куда их девать? 400 надо. Сейчас пьёник какой-то. Да зачем? У меня интереса нет к этой машине. Пьёник? Да, вообще. Я не хочу попробовать. Кого? А я не хочу, я ни разу не пробовал. Есть у меня. Так а что мне делать? У меня все остальное есть. Ну все выкупать, да, на что там есть. Я вот так вот в Gran Turismo купил себе все и сервер закрыли. И там 30 с лишним лямов у меня там осталось висеть. И голосом в твоей голове. Скажи привет, привет, привет. Шурик, как дела у тебя? Как вечер, как настроение? Вообще, чем занимаешься? 2,9. Да, есть такое. Там вообще у тебя мозг встречает черепную коробку и говорит «Здорово!». Я сейчас смотрю, как я просто срезаю, и я вспомнил шорты, где мне написали, типа... Ну, смотреть... Блин, я не помню, типа, из-за заряда... Как смотреть на воду, в этот... Огонь. Отлично, спасибо большое. Спасибо, что забежал. Отдельное искусство, смотрите, как я... Очень рад. Как вас? Питер? Питерский. У нас, кстати, вот Тия Геймс, он сейчас кооп играет. Он тоже питерский, но не Шурик. Не Шурик. Когда-то питерский. Тимурич. Тимур Тимурович. Ну, ты же там родился, правильно? Ну да, родился. Значит, ты коренной петербуржец. Северная столица, правильно? Петербургер. Петербургер, да. Бургер. Короче, ты Биг Мак. Вот так мы и решили, да, Петербург. С Питера, да. Северная столица, круто. Там погода почти как у нас в Германии, тоже сыровато, холодновато. 50 оттенков. Да-да, 50 оттенков. Красава. Не, ну реально, там тоже у меня как-то год-два назад там кенты ездили, короче, тут вот. Не, ну солнце там есть. Достопримечательности смотреть. Но все равно же реже, чем... В Сибири чаще солнце выходит, чем в Питере. А у нас там в Сибири, когда жил, было лето и была зима. А вот здесь живешь... Ты тебя знаешь, с чем ассоциируется? Я чем? Тебе гадалочек ассоциировалось с чем? С муслон туда. Постоянно дождь. Ну дождь, солнце, дождь, солнце. Дождь, солнце и менты. Мост вон тут такая же фигня. Дождь, солнце и менты. С сегодняшнего дня у нас ввели сбор размера 100 рублей. С человека... Это как? Чего? Туристы? Побор с туристами? А что-то так как поздно. В некоторых странах уже тоже давно есть. Но это, конечно, в сутки еще? Да это вообще обалдели. Надо делать, чтобы туристы приезжали, а все делать, чтобы туристы уезжали. Или вообще не приезжали. Сильного серого — это про Москву, чем про Питер. В Москве меньше солнца, чем в Питере. А я думал, наоборот, даже Питер серый. Нет? В Москве меньше солнца, чем в Питере? В Москве жарко, солнце, он нас тут жарит. Короче, не знаю, как там, ну, в Москве я был... В Москве теплее, чем в Питере. В Москве? Это, да, это факт. Но она южнее. Да? Да. В Питере за год от силы солнца светит 60 дней. Вот, видишь, Шурик-то питерский, он в курсе, ё-моё. А барин-то не питерский у нас. Барин у нас чей? Московский перец. Так, чё ещё такую мощную, такую на скорость?
Это вечная война между Питером и Москвой. Не по ребрик, а этот самый... Да-да. А бордюр не подъезд, а парадная. Парадная, да, парадная. Парадная тебя встречает при параде, чтобы ты в костюме был. Нет, то, что ты не подъезжаешь, а... Вот делали бы как в Англии для туристов. Вот ты в Англию приезжаешь, и тебе в музей не надо платить билет, вход, бесплатно в музей. Вот. Вот это для туристов, а не вот это вот. Легенция. В сутки за это, в сутки, в неделю за это, потом еще визу давай, потом еще паспорт покажите нам, где вы прописаны. А в Англии приезжаешь, тебе говорят, хочешь в музей, говорят, иди. Только бомбу туда не проноси. А то тебе вопросы будут задавать. А то у нас лишние. Там своя уже лежит. Ну да, там как бы, там со Второй мировой своих хватает, все правильно. Нет, просто... Blackbird, черная птица. Шварц Дроссель. Черный Дроссель, Шварц. Просто Дрозд. Нет, просто Дрозд? Не, просто видишь, я говорю... Шварц? А, ну да. Шварц, это блек. Шварц нигер, черный нигер, да. Ты это самое, не ругайся, ты что на стриме сейчас из-за тебя, блядь, это самое. В смысле? Это не ругань. Я не тебе, а я вот там, Тимур. Это не ругань. Я знаю, это не ругань. Искусственный интеллект не так поймет, он же думать-то не может, он же искусственный. А пусть учится. Только пройди 32, когда... Да не, какой 32, нет, не, меньше. Мы были в Лондоне в музее, вообще, ну... Простенько все, то есть я удивился, я привыкли, что надо постоянно в Германии там музей заплати здесь, заплати там, машину за парковку заплати. Поменять? Язык так, во рту. Я ехал в туалет. В меню. Зачем, не знаю. 32 кордон. Лобби, что ли? Вот билет надо, чтобы вот на общественном транспорте передвигаться сразу в больших городах, это прям штука такая. Да не, нормально все. Вот музей, как бы, ну, посетить там. А билет есть, билет Банка России называется. 3000. А, точно. Не, мы там, допустим, в другой стороне где-нибудь. О-о-о! Чуть не проспал старт. Ну, билет. Да что вы, блин, давайте. Нет. Надо мне машинку поменять. Следующая перестающая гонка, я машину куплю новую. Я не спрашивал. О, райдер какой-то на Феррари, что-то такое у него. А, это Влад? Инфисушника. Я на макароне. Чё, у тебя Макларен? Макароне, да. Макароне? Макароне это он у Тимура. Макароне, шпагетти. Белиссимо. Шпагетти это Сицилия. Да, а у тебя как? Шпагет. Шпагет? Кстати, вот... Шпагет. Ну, пицца... Нет, я его ел, да? Шпага. Шпагат, блин. Шпагет. Спагетти. Фусили. Я вон недавно ему видос отправлял, там Фусили, вообще да. Прикол. Блин, ты смотри, как прессанули, а нас... Фарфали. Фарфали, да. Фарфали. Фарфали, опять, бабочки. Да-да. А они говорят, макароны, говорят. Нет, говорят, фарфали. Макароны, говорит. Фусилли. Макароны, спагетти. Ну, спагетти, мне кажется, все знают. Не, ну, не все. Я уже слышал, когда люди говорили просто лапша, да? Ну, как бы... А, ну, лапша. Да, да, но это же как бы... Ты что, итальянцы такое скажи? Какая лапша? Роллтон или бивина? Роллтон! Так, не делай рекламу скрытую. Никаких... Кто так вообще говорит? Кто так не говорил? Спагетти? Спагетти. Лапши. Лапши резка. И вы еще пельмени равиоли назовите. Не, тортеллини. 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 Пельмени. Он что встал? Финиш. Что такое, бля? Мне просто не могу это. Шел вторым спокойно. Такой удар в стену. И на тебя. Еще Тимур догнал, да? Подожди. Надо. Я не могу, слушай, это просто.
песня просто. Сейчас я машину поменяю. Поменяйте машину. О, а что тебе менять? Это же нормальная машина. Берите Кёнигсек сразу. Ну, нормальная машина. Нет, я хочу прям купить. У меня все равно уже денег до хера. Ночь 500 метров. Дошик из пятерочки. Дошика можно мне. О, кстати, ну Дошик как бы, да, такая вот, ну уже классик. Классика, блин, когда-то впустили это все, и теперь уже это прилипло так, что ли, прям, да? Здесь я спросил у кого-нибудь доширак. Что такое доширак, да? Ну, в Польше зупа называется, если что. Но зупа это зупа, это... Зупа это вообще как суп, но все, ну, конечно. Равно лучше, ну, этот, Ролтон, короче, их не, все равно. Да, да. Да, у нас тут эти сейчас, вот, я вон недавно в турецком купил, называется... Минестра. Булдак. Ой, ну, вот у туряков, короче, нормально, да, еще. Слушай, там приправа была, она, короче, у них это лапша была, производство из Вьетнама. Я взял ее, там у тебя горит все. Ну, то есть... Вьетнамская офигенная. Слушай, да. Она у тебя горит. Она горит реально два раза. То есть, если там написано, что она острая, да. она до того острая, это просто, ну. Я люблю острые вещи, но это так, даже. Для меня даже было жестко, даже очень, знаешь, это прям... В Европе просто не это самое, там острова нету, там типа... Есть! Три перчика нарисовано, типа острота, там три из трех. Есть острова в Европе? Есть! Есть. Ну, просто... Прям острое-острое. Острое-острое. Все есть, просто, понимаешь, большая масса таким, как бы... Там испанцы там угорают над некоторыми вещами, острыми там. Слушай, я итальянцы. Тоже брал больше кебаб у индуса. Мы этот самый подошли, говорим, нам как можно более острую. Ну он да. Он такой, вы уверены? Типа мы говорим, да. И он такой спрашивает, ребята, откуда вы? А мы такие, с Украины. Он такой, все, понял. Может, интересно. Накладывает острого. А он реально такой острый. Я еще острее кебаба в жизни не ел никогда. Ну, реально, это самый острый, который был. Я вот до сих пор помню. Конечно. Никто практически не доел, кроме меня. Но я самый острый ем. И он именно что такое? Прошу, а вы откуда вообще, что вы так это самое? Типа, у него никто, все, кто там был, все знают, что, походу, там очень острое у него заведение. Наш человек, да. Китайские дошки очень острые. Это да. Все, что с китайским, я вот у китайца своего там покупаю всю эту тему, да, там покушать, это что. И реально ты можешь взять в китайском магазине, там азиатские вот эти товары, где продают. Ну, я острое. Пишу китайский, но китайский я не ел. Не знаю. Вот корейский, по-моему. Корейский последний раз, я тебе говорю, я нарвался, там именно было, что азиатская, это была как бы еда, но стояло то, что... Вьетнам производство, и это было просто, ну, хо-хо, это было очень... А, не, Вьетнам тоже, по-моему, ел, да-да-да. Это очень, это было очень жестко. Что ты такой? Так, 8. Я вот думаю, 10 цилиндров мотор. Машину помыть Тимуру надо, сейчас, подожди. 8,4, хо! Ты куда? Машину помыть, у тебя там пятнышко было, да? Помой машинку. Самое острое для меня грузинское. Ну, есть тоже такое, да. По-любому, аджика есть тоже острый, кто-то там делает, да? Но дело в том, что я вот пробовал, у меня вот эти вот... Перец с Турции, перец у меня есть этот чили с Таиланда привезенный, он очень жесткий, ну, там... Едем это или не едем? Подожди, сейчас я машину сделаю. Там баги сама какой-то. Кого тебе? Приглашает. Не принимать его, да? Кто тебя приглашает? Баги сама. Баги сама, насколько. Я мы это куда сами. 5, ого. Сейчас я вам. Я мы это куда сами. Макароны по-флотски, да, будут притормаживать огонь весь, как говорится. Я мы это куда сами. Че, по-японски загорюшься? Ну, не совсем. Не понравилось. Элита. Это вообще прям красиво. А кто это был? А, он по-флотски, да. Классно. А
А чему все еде да еде нельзя? Нельзя во время, да, стрима о еде говорить, а мы говорим. Значит, что у нас? У нас про. Я тоже чуть покушал. Нормально. Еще осталось. Kill switch. Кто-то пересмотрел хентай. Не, кто-то. Кто-то просто жрать хочет. Доширак. Доширак, кстати, реально по-китайско-японскому как-то звучит. Доширак. Угу. Доширак. Вот приедешь в Японию, приедешь, они скажут, а мы такое вообще не знаем, что это такое, да? Не, они так как раз таки знают, они там этого. Много интересного. Там это было бы рамен. Да, рамен. Рамен и доширак. У них есть рамен зуба, есть еще. Максимально. Че, кто приглашает? Приглашай, Тимур. Есть рамен зуб, есть мизу зуб. И там тоже можно. Ну, зуб, да. Зубы. Да. А у меня есть. Ну, зубы подают, ты ешь зубы просто. Рамен, да. Я вот пекинский суп беру, допустим, да, у китайца это вообще прям по классная штука. Там такой. У него легкая острота. Мне надо мук найти сначала какой-нибудь. Кого? Давай я тогда приглашу тогда. Будешь тут долго искать, сейчас я чувствую. Секунду. Ты прямо поехал, там две гонки было, а ты куда-то прямо поехал. Сейчас. Ну, я сейчас как раз давай. Новым автомобилем я спробую сейчас свой. О. Новый Porsche. Миллион потратил сейчас на него. Миллион. Ну, у меня Porsche стоил дешевле, чем тюнинг на него. Хотя нет. Тюнинг Сбер. Ну он идет, слушай, прям. О. Нормально. Но я мотор взял, поменял. Оригинально не стал тюнинговать. Купил тачку, поменял мотор сразу. На всякий случай. Так, ну чё, вызываем. Принимаем. Опять это? О, это сейчас вообще не... Оценить гонку? Да пофигу, давай, мы же ездили его же, тиран. Я смотрю, что название знакомое, вот что было. Ладно, пофигу. Это без разницы. А, Carrera GT у тебя. Сейчас заценим. У него прям сзади такие огонь вылетает, как у Макларена сверху. Сзади. Смотри. Ой, у кого матюки? Раз. Два. Погнали. И куда поехать? Мне так не нравится этот Макларен, этот Макаронин. А я просто еду за розовым. Что такое? Я не понял. Алло. Макларен тоже чё? Макларен F1, мне нравится. До свидания. Такой мне ещё, наверное, нету. Вот поэтому и не нравится. Куда до свидания? Чё, ты бодается, да, смотри? Давай его столкнем за это. Знаешь, что возьму? Акуру возьму. Толкаться. Первые три места заняли мы, я понимаю. Фига, у одного там, блин, красный, у другого розовый. Вы тут что тут за флаг там рисуете? Я чуть не понял. Оранжевый. Оранжевый? Мандарин? Зависит от того... Зависит от того, сколько... Куда? Блин, она в дрифт аж пошла, ё-моё, это фигня. Не смешно. Ой, Тимур, ну не надо, ну. Тебе ещё Макларен покупать, что ли? У тебя нет? Не. А ты ее же получил за этот, за гонки, да?
Но это F1 за черный список. Причем я покупал. А, еще черный список. Я забыл за черный список. А черный список ты проходишь на своих тачках или там тебе дают какую-то, чтобы пройти? Нет, дают. Тебе дают Aston Martin там, DB11. Это один черный список. Второй черный список — это вот этот McLaren. Он сразу тебе дают. Да, на крюку было скидочка, скидочка. О, да. Не надо тут подкрадываться. Видите, прям. Страшно становится. Нападка наступает. Я мотор зря поменял, может, где-то, а? Надо гибрид не поставить. Ой, да что виляет, что происходит? Ай, помоги. Дрифт. Почти. Ну сколько разница? 27-23 у меня, ну-ка. Я когда учился в Дорнрау с арабами, когда есть, пошли в арабскую кофейню, они предупреждали. Don't eat, не ешь, типа не ешь, очень остро, нифига не остро было. Да, но они... Для каждого острота означает что-то, ну, для кого-то чуть-чуть чили это остро, кому-то остро надо, чтобы там было. Пять перчиков относительно, да, кого что. Пять чертей, да, пять чертей, так оно есть. Ну, просто люди по-разному остроту же, да, воспринимают. А кого-то горит два раза, у кого-то три раза, кому-то вообще по барабану желудок, как этот подшипник, говорит, переварил в детстве. Вот просто горит. Подгорает. Ща поеду, позову еще. Где платят больше? Как кот Матроскин, где платят больше? Пошел, кеды купил, а? Давай, давай, давай! Пошел в грузинскую кафешку. Че, отплевались? То остро было. Ну, в грузинской, кстати, там пищи присутствуют. Там ингредиенты такие нормальные, да, но... Один же доелся перца. Кто перца доелся? Кому горит? Наверное, у меня. Макарони? Острые макарони? Пойди. Это у меня F1, у тебя F1. Ну, не важно. Макаронина, она и в Африке, а макаронина. Ну да, есть такое. А кто доелся, Шурик? Гонсалес. Гонсалес, да. Ну давай посмотрим, что получится. Испанец. Ага. Испанчо, сранчо. О, я тебя нашел, прикинь. Где? Да тут стоял. Я поехал влево, а он куда-то влез. Как обычно, стоит там в кустах. Мотор выключил, да, ждет. Да не. Ничего не выключил. Чувак купил перец Каролина Риппер и добавлял в еду чуть-чуть. Я отдал Богу душу. Богу душу, ничего себе. Ну бывает, что организм такая штука, ну с этим надо, шутки плохи. Я вот смертельный чипс пробовал тоже летом, но я его весь-то есть не стал, только чуть-чуть. У нас одна там, одна умерла, весь чипс сразу съела, но и тоже кони двинула. Я ты, только, ничего себе. Я от него шо, только... Чего? Смертельный чипс продается, прям такая маленькая шкатулка, похоже как гроб такая, да? Ты его прям этот перчатки одеваешь резиновые, да, с перчатками прям брать перец, чтобы кушать, да? Этот, чипс. А, я пробовал, кстати, такой перец, что-то мы вдруг. Смоки, здорово. Это самый острый перец. Каролина Риппер, надо вот посмотреть. Я знаю, что есть дохрена чего, но здесь просто вот этот чипс, когда ты берешь, там индустриальный вот этот
пульвер, да? То есть это вне... и есть, да. И он горело просто, ну, жестко, да? Это прям жесткая тема. Я чуть-чуть прям, даже половину чипса на это не съел, но... Ой, вы что, поехали, да? Чуть-чуть. Блин, все, я проиграл. Блин, фига себе, там что, корвет или что-то? Блин, Тимур тоже. А, или у тебя как у Тимура сейчас? Да у меня макароны. Пиздец, блин, врезались. 2,2 лимона. Да, скуриль, ну, сквелей, да. Это в миллионах, которые измеряются, это прям... Для нормального человека, который острые вещи не ест, ему уже миллион будет смертельная доза. Да это все в голове, я на самом-то деле. Угу. Ну, у тебя просто дыхание перекрывает от этих самых, да? Как в голове. И в организме тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чекпоинт, айми. Я говорю, я какой-то перец тогда попробовал, с другом было, а А кто болгарский? Ну, болгарский. Нормально, да? Болгарский, говорит. Я вот, кстати, один раз пиццу купил. Было там, да? Блин, как она? Дьявола, там тоже салями было острое. А-а-а. Можно было салями еще, ну, нормально салями, остро салями, там, ну, да. Бывает, я тоже салями как бы слышал, то, что есть салами. Острая колбаска, оказывается, есть да. Салями, которая прям горит нормально, да? Салами пиканты, да. Пиканты, ага. Для меня, что для меня пиканты, что для других уже это... А, ну, в кого я врезался? Ни хрен на себе. Ой, блин, надо бы нашелся себе. Последний, блин. Блин, я не выиграю. Ты первый же ешь, ты че? А что, ну? А, нет, второй. Так я это заснул в начале гонки. Заснул он. Вон я вон заснул. С моста слетел, ударился в ограждение и па-бам. Вот я в андеграунд поиграл пару дней подряд, все. Теперь мне надо опять в хит привыкать. Сейчас в хит научусь. Потом надо в андеграунд. Привет. Привет, привет. Всем привет, всем добро пожаловать на стримчик. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. 2 километра уже он ушел. Охренеть можно. 500 метров всего лишь. А я тут по полям. Серый это трактор едет. Я разложился там. Я просто врезался мне в бочину. Гнал. Вроде бы просто. Перекресток ехал первым мне в бочину. Встречный. Гонщик какой-то. А что ты? Не смотришь, что ли, поворотники не включаешь? Да тебе еще светофор тут надо поставить. Поворотники? Да? Он же на BMW ездит. Какие поворотники? Ты чего? Водители BMW не пользуются поворотниками. Поворотники какие-то ему там еще. Хай, ну, да? Водители BMW вообще не пользуются. Не пользуются. Сейчас BMW возьму, посмотрим. Да, кстати, бери BMW, я останусь на Porsche. Потом посмотрим. Где ваша М5 была? Надо что-нибудь такое сейчас сделать, такое необычное. Затюнинговать? Блин, я опять слетел с моста. Перед... До финиша. Здорово, Вац. До финиша-то осталось чуть-чуть. О, я буду шестой. Ничего себе. Ну вот, два раза слетел с одного и того же, но это уже... О, сходили, вот эти, да. Типа, это восприятие, я не помню, это правда или нет, но типа, что вот эти сходили, это восприятие мозга, а не нашего организма. И, типа, из-за того, что мы сами как-то реагируем на эти сходили, из-за того, что, типа, мы чувствуем остроту. А так, по идее... Да она уже там горит уже. Ну, по идее, не должно быть. Да ладно, Виктория, ё-моё. Здравствуйте, всем приветик, удачного вечера. Добрый вечер. Настроение. Виктория, здравствуйте. Вика, приветик, да, приветики. А круговой трассы нету? Здравствуйте. Есть, сейчас, да. Ну, круговая скучная же, там поворотов-то. От поворота все время налево круговая. Согласен. Я хочу на польский поменять, можно? Приветики, а зачем тебе на польский? Тебе надо выйти из игры и в стиме поменять. А, в стиме? О, да, в стиме. В
В Steam? Ой, я массак. В Steam заходишь, там типа это самое. Олежка, приветик. Виктория, здравствуйте. Как ваш ничего? Очень рад вас видеть. Очень рад вас видеть. Да, здорово, Вац, Вац, надо. Здравствуйте, здравствуйте, надо. Так, сейчас в это, я... В опциях этого игры... Сейчас какой-нибудь возьму Steam. Автомобиль прям вообще, который... А Steam зачем? Ну, в Steam у тебя через... Потому что она у тебя в Steam, типа... Да. Ну так, в опциях игры все равно. Нет. Ну нет, как ты в Steam поставил настройки языка, так у тебя автоматически будут все игры там. Ну вот. Митсубиши... Нормально. Матвей, привет, здравствуйте. О, привет, народ, сколько. Спасибо большое, что забежали. Привет. Очень рад, очень рад. Приятно. Так, Porsche. Кейман, нафиг не нужен. Chevrolet Corvette. Остин Мартин. Вот. Да, Олег, ты что своих кооперов не добавил в описание? Да, добавлю. Не ожидал, что, блин, тут думаю, один, два, тут бах. После стрима обязательно. Я прямо в описании тоже добавлю. В описании. Раз, раз, ПМВ. Играешь в PUBG, Олегович? Секунду, нет, я нет. Не, Матвей, я в PUBG не играю, к сожалению, или к счастью. Даже не знаю, как тебе ответить, но... Ну, не моя игра. Нет, PUBG нет. Among можно еще повеселиться. Там все просто. Так, сейчас, секундочку. Porsche, Porsche, Porsche. Что-то прям охота такое, знаете... Porsche. Такое что-нибудь такое, прям как стрела, чтобы шла эта машина. Жаль, но нет, ну это игра такая, ну не серьезная, но слушайте, этот Спайдер. Не привыкли, ну для кого-то может серьезная, но... Ну а кто Counter-Strike раньше много проводил времени, тому, конечно, и папка как бы зайдет. Я вот Counter-Strike еще играл в первый CS-ки 1.6, который там старый. Не, ну я не знаю, типа, не что можно как CS, CS это мусор, а типа PUBG это тоже мусор, но он как-то там хотя бы поинтереснее в этом плане, поэтому я косы. Ну я вот эти все эти, я бы вещи дал. Не, все вот эти вот игрушки такого плана вообще перестал играть. Не, ну... Давно уже. Макларен. Ну... Этот, как он, Apex еще был прикольный. Да, Apex, это, кстати, да. Но я Apex тоже Apex. Немного поиграл в него. Но это я чуть-чуть поиграл, увидел, что у меня скилла вообще никакого, а там... Эй. На телефоне еще он был. Dodge Viper. Так, Тимур, ты пока присматривай дорогу, сейчас я возьму какую-нибудь машинку, которой у меня нет. Прям охота какую-то машинку купить. А чё ты, бабки? Блин, а у меня только миллион, что мне делать? Чуть-чуть пробовал, но... Я хочу машину. Слишком это самое... Слишком симулятор. Может, если когда-нибудь руль... КС было до 1.6. Так КС... Чё ты говоришь там, Кёнигсек, Тимур, да? Кёнигсек хочешь взять? Не хочешь, но думаю, я вот смотрю, тут что тут осталось, Феррари, Ламборгини, тут вот Макларен есть, за два лимона Макларен такую играл. Блин, Тимур, отойди, пожалуйста, ну что это, я не могу из-за тебя телепортироваться, стал на всю иконку. Ты что, святой, что ли? Ассета Корса, Ассета Корса, Ассета Корса, мы сегодня разговаривали об этом, ну, может быть, скоро будет, потому что там уже намечаются, как я понимаю, скидки на эту игру. Может быть, вот в ближайшем будущем такая штука будет. Я купил Феррари. Твой голосов. Ребят, пытаемся говорить раздельно. У меня есть... нет, у меня есть нормальный мотоцикл. Питбайка нет. Просто мото. Мото-мото. А вас сколько? 10 человек обычно никто не приходит. 11. Ну, это не так много. Один, нормально. Ну да, время такое. Так, с мотор 2.9, 2.9, 3.8. Блин, ну поганит. Еще надо 500. Один кто-нибудь поганит. Так, а шо, у меня следующее вот по списку это поганит. До этого был этот Макларен. А еще перед этим было Феррари. А этот самый у меня и так есть, как он, Кёнигсек. Остался Астон Мартин и Пагани. А потом... Макларен?
Чего нет тоже. Потом Макларен за 776, а потом уже там вот это Порше, вот это Феррари, Ламборгини, вот это все пошло, поехало. Фах-фах. Ой, в смысле, нет, не надо. Там дальше дешевые, неинтересные машины. Максимальный разгон мотоцикла? Для чего? Сейчас Феррари сделаю. Че там, нашел? Нашел гонку, Феррари. Тимур? Я не искал. Блин, доброе утро, я тебе 3 минуты назад говорю. Я, говорит, не искал. Давай, да? Посмотри. Я не слушал. А тебе он заговорил, Влад, вообще, это самое? Да. Вы чё? Влад, я ничего не делал, я все нормально. Класс, у меня задачи сделаны, да? О! Так, я в гараже купил. Наверное, Феррари возьму. Так я тоже Феррари купил. Феррари возьмешь? Давай, берите все Феррари, а чё, я только один буду на Феррари, что ли? У меня Бэхач. Просили, я на Бэхача. Это просто его гоночка. Бери Феррари тоже, Тимур. Не, мотоцикл, как разгон... Одну на Бэхаче, потом... Я не знаю. Я на нем редко быстро ездил, но... Быстро. Пару секунд ему как надо, он уже сотня едет. Они быстро разгоняются. Серхиот, я не хочу круг. От 0 до 100. Жду метро до нее. Чего? Метро? Метро до дачи. Ну да. У кого где дача? Такс. Вообще я Феррари взял. Просто классика. Это просто тачка, просто пушка-гонка. Даже если я буду не первый приезжать, просто что она у меня есть, она классическая тащила. Это что там затащила? Феррари Лаферрари? Нет. Серкьют, ну чё все серкьют? Я взял Феррари F40. О, это просто вот классика, которая не умрет. Это просто вот чудо произошло. У меня даже такая моделька есть. У меня F40 есть моделька 1:18. Мотоцикл, жду. Ты где живешь, в городе или в селе? Матвей, ты у барина спрашиваешь? Барин, тебе долго еще там? 4 километра от Кремля. Ну, ё-моё. Так, я что, могу приглашать, да? Ну, вот. Давай. А я теперь... Ты нашел гонку? Я там нашел за 70 тысяч, что поддаю тебе за нее. Сколько тебе? Ну, у меня 50, поэтому давай еще к тебе тогда. Ну, подожди, сейчас я подъеду. Оставь пока... Стой возле своей гонки, пока откажись. Сейчас я тебе скажу, сколько точно. Потому что там еще плюс бонусы будут, там по-любому. Она просто самая близкая была. Ну была вот. Возле гаража. А я же еду каждый раз постоянно, когда вас приглашаю. Блин, мы даже на это Феррари врезаться жалко. Вот это ласточка. Че давно я не... Вот эта штука. Какие характеристики ПК? Да нормальные характеристики. Нормальные. Тут Ryzen. Пятый Ryzen, хватит. Бедная Феррари. Да, у меня 76 тысяч. Нормально. Все, получайте приглашение. Я в селе. Да, у меня тоже такое. ПГТ. Поселок городского типа. РП проекты играл. РП проекты. Что такое РП проекты? Начните с этого. Роллплей. Oilplay. Мэнисон, видюха. Что за атака? Откуда вы взялись все? Я не знаю, что у меня там за видюха, честное слово. Потому что я его там не шарю, просто вот деревянный человек. Если не знаешь, что это за видюха. Так хрен его знает. Говори то, что у всех на слуху. 60-90. Не, ну там 40-80 или что. GTRX. Браво Старс, не играю. Это Браухала, да, Браухала, знаете, Брау Старс нет. Браухала, Among Us, Fall Guys, Браво Старс. Да, рекомендации пришло твое видео, Олегович. Фига себе, ну, блин, приятно. Оказывается, еще YouTube рекомендует, понимаете? Минздрав предупреждает, а YouTube рекомендует. Вот Феррари покорябал, мне обидно прям. Я вот сам себя сейчас вот матерю, потому что, смотри, покорябал F40. Я даже не покорябал, хотя я во все врезался. Как ты мог? Вот так вот.
блин. Fall Guys легенда. Вот мы вот час, а, вижу, мы час назад играли Fall Guys. Если кому-то есть интерес, забегайте, подписывайтесь. То есть Fall Guys на днях продолжим издевательство над живыми организмами. А что, может, если ребята есть в чате, может, они хотят... Конечно, так я тебе и говорю, что так же самое у меня в Among Us, у меня есть определенные товарищи, я им присылаю в Among, соответственно, этот самое приглашение в Discord, если я Among Us играю, и у нас тут движуха. Там, видишь, Among, хорошо, 15 человек, кооперы, и кайф. Мы вчера пробовали игру второй. Пробовали, 7 часов пробовали, не распробовали. 7 часов, он такой включил, на третьем часу говорит, что-то я еще не понял. На пятом часу говорит, давай еще часа два. Так получилось 7. Надо было рекордить. Ага, давай десятку как-нибудь сделаем. Но я летом уже десятку не буду делать. Зимой я сделаю десятку на Among спокойно. Спокойно. Не, я если десятку сделаю, я на этом останусь. Если я десятку сделаю, я удалю аккаунт на Ютубе. Это про Тимура. А почему ты остановишься? Десятку сделал, как раз у тебя сейчас до 12 часов стрим остаются или до 11 на Ютубе? Десятку сделал, все, стрим остановил. Но до 12, да. Раньше были сутки, мы прям стримом у некоторых товарищей. Олег, что ты любишь кушать? Что ты любишь кушать? Всего по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть. Вот сегодня у нас были манты. Чё шестое? Чё какое? У нас Пасха, да, если чё, у нас католическая Пасха. Вот яйца, куличи, пироги. Он не знает, что такое еда. Да, я сижу вот за рулем Феррари, бензина нанюхался. Некогда мне. Или в чачу. Тут полчаса на... Не, какой полчаса? 10 минут назад тут про доширак разговаривали. Чили перец, да? А теперь он, видишь, на Феррари едешь, поворот не списываешься, очко горит. С рептицом. Валил. Тема ебе. Вот, барин здесь, молодец. Вот это я понимаю, модератор, молодец. Вот наблюдает за порядком. Все, я молчу, барин. Нельзя, да, запрещено во время стрима про еду говорить, надо мне это вписать, правила дописать. Это опасная штука. Тут как можно, блин, уже стенки желудка встретились друг с другом, такие, говорят, здорово, говорит, давно не ели, да? Ничего не пойдет. А знаешь, что такое YouTube? Знаешь, что такое YouTube? Пацаны, знаете, что такое YouTube? Я в Турции учусь, поел бы манты. Да, в Турции. Но в Турции есть тоже очень много прекрасных вещей там, да? Вкусных. Вот сегодня у нас так манты были, да. Я бы пызы попробовал домашние. В Турции вот сейчас Рамадан был, священный месяц Рамадан, да? Вот я не знаю, еще наверное, или последняя неделя, или закончился, да? Это вообще у нас коллеги не пели, не ели. Это прям, ну, жестко, да? О, да, не есть, не пить, тем более. Не есть, не пить, представляешь, сутками, ну, как бы, ты не ешь, потом, как солнце село, там, ну, там, пока солнце на днем, да, то есть весь день. Ты на работе вот идешь, на работе идешь обедать, а они не кушают, ну, как бы, ну, обидно как-то, да? 9 апреля заканчивается, видишь, а, ты с Турции сам, да, в данный момент? Они маленькие, я в общаге. Блин, до 9-го, еще целую неделю будут мучиться, видишь? Манго с бананами, ну, блин, барят, вот, что такое? Это как арбуз с шоколадом полить, знаешь, такое? Манго с бананами. Так, нам наоборот нормально, Лех. Ты шо, драйвер? Ты шо, старый сильно, да, уже. Чё? Манго с бананами не признать. Не, я не в курсе, я не знаю, что такое. Еще раз давай, очень мне понравилась гонка. Ну давай. Мы сейчас... Вон, смотри, там какие тачки. А вот чувака, смотри, что это такое? Кёнигсек такой, что ли? Какого чувака? А вон, поехал сейчас, рядом стоял. Это? Да. Серьезно? Да, похоже. Что-то такое черное, темное, да, он там рядом, возле тебя трется.
Я, наверное, у бати квадрик попрошу. Ну, если у квадрик есть, круто. Да, у меня подруга с Казахстана держит. Да, как, ну, как мусульманство, кто, ну, следит за этим всем, да, то есть кто вот там верующий, там. Есть у меня, конечно, знакомые, которые, ну, не держат пост. И, соответственно, ну, поел, покурил, попил. А так вот я знаю таких, которые прям все это, все там за этим следят весь месяц. То есть у, солнце там встало, там 4:30, 4:50. И до 19:00, до 20:00, когда в зависимости от календаря, от погоды, пока солнце опять не уйдет. У меня гонка скинулась, что сейчас случилось. Что? У меня гонка скинулась. Почему? Нет, ничего. Ну, мы здесь. Да. Заходи опять. Вот же ты стоишь, на Феррари. Ну да. Питбайк у тебя еще есть? Ничего себе, блин. Не, у меня питбайк нет, но когда-нибудь, думаю, может... Давай. Я запустил. Чё, про что? Ты запустил теперь, а? Ну, давай. А, так, Тимур, у тебя такая же тачка, как у меня. Ну да, только красный. Да. У меня такая, такая есть, но я что-то F40 захотел. Блин, ну это Феррари прям вообще так идет синий. Ух. Я так у тебя даже не то, чтобы синий, там прям я, такой... Я ссылки на наш канал. Возможный, да. Только что, кому интересно, заходите. Помыли, накормили, массаж сделали, уложили. Фига себе. Это Мишину ссылку сбросил? Да, и Мишину тоже, конечно. Молодец. Спасибо большое. Тея Геймс подписался. Ну и свою ссылку тоже сбрасываю туда. А, ты скинул все три уже. Да, я сбросил свою, Влада, Миши. Окей. Ну чё так долго? А, о, началось. Ура! Ой, 40 штук, конечно. У меня моделька стоит 1:18. Такая красная. Там кто-то кого-то этого самого делает. Что-то было 11, сейчас у меня тупо. Да. Вперед. И мне что, его надо там? Ну, трейд. Пойди ты, блин. Ну, вообще-то прыгает стата. Че? Не обновляется в реальном времени, отстает. Зрители на YouTube. Забор, да, она вот сейчас 7 показывает. Она чуть подтормаживает, я не знаю. А бывает такое. Я один раз сидел, у меня было 5 человек на стриме, в телефоне показывал, а на YouTube показывал 0. Ну. А с телефона стояло что там? Пофиг. Он по NFS-овски играет. Да ранее ты с ним сейчас помню. Кто? Мы, маги, проходим через стены, пролетаем как стрела. А, блин, пальма, кусты. Давай, спасибо, что заходил. Было хорошо пообщаться, взаимно, класс. NFS подписчика, это нужно... Забегайте, скучно будет, заходы. Блин, плюс. Все, Мэнисон, спасибо большое. Да, тебе в Турцию. В Турцию тебе тоже привет. Давай недельку продержаться там. Ну, потом уже соответственно. Какие 6 метров, а? Да елки-палки, ты что делаешь? Елки-палки, лес гусе. Рев мотора называется. Я тут еще. Супер. Спасибо. Не забывайте, конечно же, комментарии. После стрима писать комментарии. Это тоже очень полезно для канала, для развития. Под стримчанскими. А, ты пост не держишь, да.
Да, сейчас буду внимательнее. Да вот я только начинаю на чат отвлекаться, все, и конь врезаюсь. Но это нормальная абсолютно тема. Обычно вот когда Миша был, он еще чат мой читал, свой чат читал. И еще первый приходил на финиш. А я тут все кусты собрал. Да. В том-то все и дело. Я же здесь не для того, чтобы первое место занимать, правильно? Ну и в 40 прям ласточка. Ласточка. Как он говорил, конечно. Ты андеграунд, блин. Нет, первый. А там только первый, там больше ничего не берется. Андеграунд первый, если ты первое место не взял, он аж не засчитывается нифига. Там по-другому никак. Здесь-то без разницы. Как бы, ну. Сюжет же сам знаешь здесь, короткий, блин. Мы сейчас здесь ездим чисто так вот, как говорится. Собираем денежку, покупаем автомобили, кайфуем. Ездим, как говорится, для своего этого. Ну что, мы, кстати, давайте, наверное, для разнообразия контента, и да и вообще, чтобы недвижки пошалить, в ночную гонку заходим, да, Влад? Вот, а? Да. А? Давно уже что-то от полиции не уезжали, а? Расслабились, так смотрю. Among Us будем играть через 2-3 дня. Через 2-3 дня, ну, оставь подписку, как Among Us здесь начнется, обязательно увидишь, то есть... Among Us будет. Просто Among Us я не хочу включать на полчаса, а если я включаю эту игрушку, то она там на 2-3 часа не меньше. Что прям уже нормально. Так, надо тогда для этого машину мне тоже поменять. Да-да, сигнал у тебя работает, классно. Зачем менять машину? Останется на Феррари ночью? Ну, конечно. Бля, я Димур поменял. Да подожди. Не, давайте оставь все на эти Феррари. Сейчас тоже такую же самую Феррари возьму. У меня такая же есть. Я уже Кёниг взял. Да ты... Молодец. Тогда у нас будет одинаковая Феррари у всех. У вас есть в Дискорде, вы сидите? Да, есть в Дискорде, мы сидим. Но там как бы этот... Что, в ночь переходим, да? Прости, есть Дискорд, где сидим? Блин. Я у тебя тут цвет такой красивый, собака. Кого? Да у Тимура переливается. А, обложечку такую нашел. Сочная вишенка, прям такая вишенка. Мне такая... Ну, вот здесь есть. Росла. Вот эта ссылка посмотрим. Ёлки, прикольно. Что, тоже Кёнигсберг взять? Мери. Что, серьезно? Вы что? Я Феррари сейчас взял, а не Кёнигсберг взяли. Так, давай тогда в ночь переходим, да? Я уже в ночь. Ладно. Спасибо. Да, вот ссылка на Дискорд, заходи. Там все равно через Дискорд тебе надо будет зайти на Дискорд, чтобы потом Амонг играть. Вроде там гонки, да, сюда. Нет, надо догружать. Ну, да. Ну все, я исчез. Че ты завез наш? Как дала? Привет еще. Блин. А че там Влад? Влад вон что-то буксует на месте. А ты че там? Ну я рядом стою, смотрю, как он буксует. А, хорошо. А ты что? Подожди. Ты давай нас зови куда-нибудь. Я еле сдерживаюсь уже просто. Смотри, его, и Мари его прет. У него сейчас покрышки треснут. Давайте еще полчасика. Полчасика еще, и потом надо мне будет уже спать двигаться. Да-да, пару гонок как вчера с Мишей. Да-да, полчасика еще, потом таки через 5 часов таки, так, солнце проснулось, можно на работу ехать, да? Не, мне так нельзя делать, ты чё? Это так, первый день. На работу ехать. О, С. Надо, смысле, надо. Первый день ты уже работаешь? Это? Нет, завтра Need новая работа, hit. Первый день. Need for Speed Hit, да, хитяра. Так и напишите в чате. Так. Need for Speed хитяра. Хитяра. Need for Speed. Хитрый, нет. Хитрый собака. О, подожди, стой. Стой. Еще чуть назад отъедь, Влад. Чуть-чуть прям. Я фотку сделаю. Еще чуть-чуть. Еще. Да, стоп. На немецком. Стоп. О, фотку сделал. Все.
Класс. Немецкий язык, да. Ну, про работу нет. Про работу здесь не говорится. Это нельзя говорить. NFS hit, да. NFS. Need for speed hit. Огненный, короче. Огонь. Need for speed переводится на русский жажда скорости, а хит это жара, то есть жажда скорости игра, и часть называется жара. Жарко, жарко. Блин, уже полтора часа уже стрим чанский идет. Нифига себе, только начали уже, блин. Вот и вчера то же самое. Мне уже много. 18 лет тебе, ну вот а мне еще плюс 20 сделай. Столько и мне. Феррари классная. Феррари прям вообще ласточка. О, вот такую Феррари бы в гараж, а. Я бы на ней даже не ездил. Просто пыль протирал с ней и все. Тебе 18, а? Да, 38. 38. Я стараюсь этим не заниматься, потому что материться ничего не даст вам. Абсолютно, но... Ничего хорошего. Так, ну что? Ну, приятно услышать. Тебе реально 18 лет, а мне реально 38 было. Вот, месяц, два месяца назад мне было 38. 38 лет в обед. Еще канал, заходи в описание, есть канал Драйвер, там больше узнаешь про меня. Про меня. Вон, барину, 36. Вообще молодой еще орел. Орел. А Тимур, тебе же вообще 30, да? 30, да. Или 2? Не, какой 2. Тебе ровно 30? 3-0. Да, да блин, 3-0. Салага. Ровно 30, блин. По голосу не скажешь, Олег. Не, по голосу скажешь такое, знаешь, такое... Серьезный такой дядька, 42,5, чай зеленый пьет, книжку читает. Ну надо сейчас как бы, ну, ну мы же с юмором, да, как бы без юмора как. Только юмора должна быть. Иначе что жить-то, да? Ну как бы смех продлевает жизнь. Так, давай, 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 давай. Вот на Феррари прям, когда едешь по этой гонке, прям Need for Speed совсем другой кажется. Вот когда ты едешь на Porsche, думаешь, типа там Gran Turismo, что-то такое, Burnout Paradise. А, когда едешь на Феррари, прям... У тебя когда все... на Кёнигсек едешь. Да, когда на Кёнигсек едешь, ты думаешь, блин, я в Икею опаздываю, мне мебель нужна. Блин, такой человой такой. А ты сейчас что, Кёнигсек взял? Манчестер ты тоже 4-го автомобиля. Тимур, ты Кёнигсек взял? Кёнигсек взял? Да. А, я думаю, что он первый едет. Он еще не определился, копить на пенсию или купить. 4 октября 13. Ну, тоже нормально. А у меня старшему сыну 11. Не, будет 12 скоро. По голосу не скажешь. По голосу не... Ну, я просто очень давно бросил вредные привычки, из-за этого не скажешь. Мне кажется, я проспал чекпоинт. Я повернул опять перед туннелем, не повернул никуда, поехал прямо. О, майн год, альта, вас из елёс. Я чё за фигня? Если это сама. Майн год? Да. В Сибири тоже слушаю, там немецкий тоже прям наслушанный. О, майн год. Майн год. О май гад, и так, о май год. То же самое. Ну проскочил, чё, сейчас вот... Праздник, как бы, вот. А это что, круговая? Да, полгаспект. Чего? Мы не сказали. Почему? Я бы не прибил. Я бы не прибил. Понял. Вот там это самое. Еще сейчас точно завтра 12 лет. У кого время есть, там чат. Я сейчас буду смотреть в чат. Я уже 8-й, буду 10-й потом. Мне 30, а 174. Чего? Ты вот такой маленький. Нормально. В смысле? Ты 174 мне, ростом? Мне хватает, да. Я реально думал, ты 1,80 хотя бы. Ну нет, не дорос. Блин, курить надо было меньше. Не курил. Шучу, шучу. Я наоборот вырос. Ну
него я тоже. Он еще, слышь, он еще не, Влад еще не перестал расти. Он уже потолки уже кепкой шоткой. Блин, да. Дерево, оно меня перекидывает. Влад, ты сколько? Ты 1.80 уже есть у тебя? Уже есть или еще будет? Скоро будет. Скоро будет, да. Скоро буду. Кроссовки подолще. Чтоб подошло потолще, будет 180. Бак! Дерево, да, подкинуло? Да, в дерево, в лоб с тачкой, прям в дерево, у меня аж лобовое стекло. 4 маленькие вообще 170. А да. Я не могу. А ты, Тимур, знаешь, сколько я ростом? Знаю. А чего? Ты знаешь, сколько я ростом? Нет. Метр 80. 86. Да? Ты что, ты высокий? Вау. Ну, такой маленький, но я считаю себя невысоким, но когда вот я видео вчера смотрел со стороны, против других оказался я высокий почти. 1.86 Да, это мне не коллеги. Молодец, да, молодец. Ты высокий. А? Мне некоторые коллеги мне говорят, достань с полки, ты высокий. Я реально был выше их. Офигеть. Ну, итальянцы, да, у них как бы... Итальянцев много, которые метр в кепке. Смотри, кто, миланцы высокие, там, миланцы метр 80. А эти Наполи? Ну, то там пониже-то. Там не доросли. Там чем южнее, тем пониже. Тем южнее, там солнца больше, они высохли, да? Я врубился, и меня полиция поймала. Полиция тебя поймала? Что? У моего друга есть дядя, его рост 1.95 м. А он у нас сейчас таких, блин, двухметровых. У меня дядя из Москвы 1.90 м. Не, 1.98 м. Я в Измир. О, Измир я знаю. Измир, да, слышал такую тему. Знакомая тема. Так, сейчас захожу. У них 175, зачем нам выше-то? Ну, 1.80 м. Больше 1.80 м, уже потом начинаются опять же сложности. Он когда-то 1.60 м, как бы тоже, ну... Когда как. Мне, допустим, видишь, с моим ростом мне все время неудобно, ну, машинки маленькие, да, то, что ноги длинные, и этот, какие-то, ну, маленькие автомобили гражданские, ну, не очень комфортно, да, если я сиденье подвину, блин, ну, сзади меня там ребенок, то не всегда помещается. Ну, барин, ну, тебе какой рост, признавайся. Барин? А он же писал, нет? Не, 36 у него. Барин, он тоже маленький ростом, он там 1.58 м, наверное, там, наверное. Так, ну чё, кто зовёт? Да, 170 до 180 нормально. 1.74 м, так что у Тимура нормальный такой средний рост, где он ещё как бы... 1.78 м, барин? Да ладно. А я один хер. Нормально, нормально. Ну, 1.78 м, он тоже, ну... Это... У меня папа был 1.78 м. Ну, вот, видишь. Я тут самый низкий, ну пока еще. Ты, блин, морковку ешь там, вырастешь. Главное, знаешь, что самое обидное? Много морковки есть нельзя, то еще у тебя уши вырастут, как у зайца. Так, ну что, зови, или я позову? В смысле зови, я позову, в гонки едем. Где в гонки? Вы еще ездите там? Да. А, я же машину раз от самого. У меня же стекла высыпали со всех щелей. Я-то стою, вас жду теперь. А вот теперь прикольно, карта. Мы едем, говорит, зови, кто позовет. Ну вон карта, я смотрю, карта, короче, и вижу, полиция едет. Морковь, любовь, у меня сейчас как раз уши болят. Да. Ушки болят, продуло. Тогда что надо, что надо? Пиво. Морковь. Кренберри. Да, продуло надо пиво. Чаёк. Ну шо, все так говорят, я говорю то, что говорит большинство. Если кажется, чё? Что надо пить пиво. Наливать, все правильно. Наливать, да. Да. Блин, а сигнал, конечно, Феррари прям, ну как... Говорит человек, который не пьет. Кто не пьет? Я не пью. Надо пить воду, пить надо, пить. Пить. Ну, ты же воду пьешь? Алкоголь. А, ну воду что пьешь, ты же говоришь, не пью. Так, ладно, сколько вода это вода, вода это вода. Вода, вода. 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 Морковь, морковь, я. Любовь. Среди моих друзей я самый низкий. У них 2,5 ширину. Они, да вообще-то 2 метра ростом. Это, блин, удобно только баскетбол играть. А все остальное это только, блин, напряг. Да, не надо. Ну, как бы, не всегда это...
Никто рекламу. Я поехал на гонку третьего, если копы. Мы здесь в основном зошники. Ну, как бы не такие, что прям, но... У меня тут у кровати 10 литров воды стоит. Ого! Вот точно ты засухи не... Это самое, это нормально. 10 литров воды, слушай. Далеко ходить не надо. Летом такой, говорит, у меня, говорит, 10 литров воды, говорит, почему? А я, у меня палатка возле речки стоит, да. Так, ну чё, там свалили от ментов, не? От полисменов. А хочу на гонку третьего вас пригласить. А, давай, давай. Да, 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 да. Не, ну на праздники-то надо, как бы, тут, потому что... крепкие напитки, как бы, для организма, для иммунной системы иногда надо так чуть-чуть. Просто когда часто этим употреблять, это уже плохо. Я без воды не могу. Аналогичная ситуация, без воды, как бы, ну... Любой нормальный живой организм требует жидкость, ну, воды. Я про воду сейчас. Ну, в Германии организм требует пива еще очень много. В Германии, если ты пиво не пьешь, значит, что с тобой не так. Ну, потом спрашивают, что с тобой не так. Потому что это ненормально. В Чехии, кстати, там пиво пьют, ё-моё. В Чехии пиво, кстати, тоже, ну, а Польша тоже добрая. Где Польша? В Польше колдырят. Не буду сейчас. Добрый вечер. По стриму не буду говорить. Пиво и пимбер. Ага, там это как оно пиво, блин, я покупал. Блин, тюски, короче, что-то такое. У меня есть друзья в Германии, он подтверждает. Да, подтверждает, конечно. Вечер добрый, Масяня, здравствуйте. Да, такое дело. По-любому. Пиво, потому что здесь у нас пивоварных этих контор до хрена им больше, очень много. У нас даже в маленьком городке две пивоварни, так что... Не, если домашнее, кстати, то я положительно отношусь. Домашнее чего? Пиво? Ну, алкоголь вообще. А, ну, то, когда сами варят, понятное дело, но то, что это, как говорится, био, натурпродукт. Тут ну, да. Базару нет. А с магазина я не знаю, что-то я попробовал коньяк домашний, потом магазины не мог пить, потом вино тоже магазины. И так что-то как-то этот самый. Чусь. Оно сбросилось и все. Пиво только домашнее не пил. А кстати, так, там, самогоны всякие, все. Я остальное. Видел такие, есть какие-то там продают в сухом формате, то есть, ну, чтобы дома потом варить, садить, то муж сам дома попробовать пиво сварить, да, вот эти вот. Что тебе надо для этого, да? Думаю, прикольная штука. Там процесс какой-то сложный надо. Да, погребе, да, типа, да, тебе там реально там... Я смотрел видео. Не про просто, это. Я тоже одного, у нас знакомый ютубер делал пиво. Мне проще пойти, ну, взять его в магазине и все. Ребят, есть одна маленькая проблема. Да. Я машину разбил. Блин, прям вообще хлам или как? Хлам, да. Выжал от копов. И тебя пока полиция догнала. Пока ехал, разбил машину. Влад, а чё? Машину разбил. Влад, а ты чё? А я в гараж заеду сейчас. Молодец. Хоть один справился. У тебя третий уровень есть, Влад? Нет. Блин. Тогда давай спринт-рейс. Добрый вечер. В Мексике текила. Вот это текила. Да, юпи на стероидах. Да, с этими, с порошками, вот этими, это там очень много всяких химии, но если у вас есть возможность, не употреблять это все, вот это сыпучее, раньше вот такое было, юпи-юпи, ничего хорошего от этого не стало, там столько краски, химии, фу-фу-фу. Вон, воды, вон, лучше он как вот, Менисон, воды, просто воды попейте, родниковой какой-нибудь там нормальной. Родниковой воды? Да. Лучше домашний самогонки, нет ничего. Ну тут, блин, ты, барин, тут же не все, не всем 18, ты же видел в чате. Ну, какая, что за реклама? Молодежная реклама. Текила это сок, текила там, лимон, соль, короче. Вот чувак ко мне подъехал на PlayStation, на BMW E30. На PlayStation подъехал. Слышь, ты видал, он нормально. Но там стоит сверху иконка, что он на плойке играет, я про это... Там смотря какие сыпучки, есть адекватные суплиматы, но может быть. Да, сахар он везде этот, и если бы это нет сахара, то оттуда подсыпают, ну как бы, садят людей на сахар, как говорится. А потом, блин, от этого сахара только еще болезней больше. Там и стоимость, ну да. К-
кого удалить? А что, мы едем или не едем, я не пойму. Сахар зачастую и убивают. Поехали. Да. Все, о, кто зовет? Тимурчик. О! Я. Флигенда Голлендер. Мама мия. Флайнг. О, приехал с моим. Вот он, видишь, BMW приехал, он 30-ка. Вася. А вот это? Да, жмем вот его. Он. Фостер. Жмем. Давай вот, прессую, да? Лихие 90-е. Фостер Мейн 031. Ты хотел сообщение. А какое сообщение хотел удалить? ПКшники окружили. Там справа точки нажимаешь, там раз, два. Еще одного не хватает. Так, ладно, вы говорите, чтобы я этот самый немножечко, да, это... Вот, скорость, все правильно, интересно. Да. У меня, правда, геймпад разрядился, но это такое, да? А у тебя еще геймпад... Чего появилось? Да, ты же читер, на геймпаде играешь, да? Да я шутеры на геймпаде играю. Да, блин, не парься ты, мне вообще без разницы на это. Играйте, как хотите. Нет, я не знаю вообще. Я просто тогда подкальнул Тимура, говорю, говорит, на геймпаде, говорю, читер, да? Ну просто у нас такое было лет 20 назад, Влад, тогда еще ты маленький был. Когда на компьютере играешь, играешь на клаве, играешь на консоли, вот тебе и геймпад, да? А сейчас в наше время геймпад, блин, да, джойстик к телефону подсоединяет. Джойстик, он до сих пор еще называется. Джойстик. Это английское слово. Ну, есть джой, не D, а джой. Да, джой, но только стик. А стик должен быть. Только стик, да. Что, погнали? И джой. Погнали. Enjoy. Enjoy silent. Enjoy, ну наслаждайся, наслаждайся. Enjoy. Just enjoy. Enjoy the game. Хитяра. Представляешь, такая реклама была бы, да? Компьютерная игра. Вышла новая игра. Хитяра. Ну, в 90-х так и было. Еще такая прищепка на нас. Вышла новая игра, хитяра. Знаешь, что такое перевод? Типа, как на видеокассетном. 90-х, джойстики, это для самолетов, симуляторов, вообще, да, вертолетов. А, блин, вот так видишь, чат начал читать, все, я повернул. Какой-то что, поворот, что ли? Йоу, я вылетел. Скажу, что. Куда? Ну, факт, да, да, да. А что-то я по мосту ехал, Джулиана. Ой, ты видел? Просто... А что вы там, по полям поехали? А? По полям, драйвер на Феррари едет к вам. Ох ты, блин! Влад, что-то об меня обтормаживается. В забор бы врезался, и все. Я ничего не делал. Ничего не делал, вон, летит. Ну, да ёк... Вот и я туда же за тобой, ты неправильно поехал, а я туда же. Писец. Ну все, давай, подымайся. Ой, полиция. Он столько лет, как моему отцу, но совсем разное. Но если что, я сам отец, у меня вон. Три покемона. Ой, полиция достала. Не, ну мы, видишь, как бы, такая тема. Сейчас мы от полиции уйдем, я сейчас чат прочитаю обязательно. No problem. One moment, please, kids. О-о, меня морит. Zweite Stufe haben sie, sie haben zweite Stufe erreicht. Einmal nach rechts abbiegen, nach links abbiegen und in die Garage. Да. Что-то я по-немецки заговорил, надо, короче, завязывать с игрой. Блин, да что ты... Серьезно, что ли? Салам алейкум, гражданин начальник. Ты про шампан, да? Подожди, подожди. Джи. Эй. Чи могли ли бы паны размовлять? Чё? Если чё бы много стресса завтра... Мы разумеем. Три экзамена завтра, нифига себе. Ну вот аккуратнее там, да. Тут даже не до спорта. А какой спорт? У тебя там с этими экзаменами... Я скинул.
стресс, блин, один. Кого? С этими экзаменами. Литробота спорт. Это раньше литробота спорт. Это не спорт, это вред организму. Барин, это факт. Согласен, Масяня тоже согласился. Интересно вам, сколько лет? Менеса, ну да, ну, ну ты сказал, тебе 18, но мне плюс 20, типа, ну 38. Ну если тебе от отцу столько лет, ну тогда... Мне 20 плюс. Отец тебя родил, получается, ну, вот ты появился... Все, у меня... Ему было 20? Прикол. Да, у меня так все зависло, капельки. Оверпрайс. А? Так кто-то гонку может принять, нет? А, ты все? Да, ты ушел-то. Ушел. На баре работал, чисто на запах пробки можно. Да нормально все. Че, давай, сейчас начнется гонка, нет? А че, вы вышли, что ли? Ооо, пацаны. Влада выкинули. Где-то подороже, где-то дешевле, да. Но у нас хватает такой вредной гадости, у нас хватает. Какой? А ты не можешь, блин. Че, блин, не успели гонку начать, полиция началась. Вот тут прессовать всех. Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Сухари сушить. Что дело? Сухари сушить. Не, так мне надо теперь где-нибудь спрятаться так, чтобы это, ну, дождаться. У меня второй уровень только. А... Что, вам там долго еще? Запускается игра. Надо Кстати, ждать, это Need for Speed Heat, да, это Need for Speed Heat. Самый настоящий. А я, значит, два ниже стрима поставил хит, не? Да. Продукты есть везде. Согласен. А он не запускается, все, хит сломался. В смысле, не запускать вообще? Сломал игру, что ли? Да. Доверь ему, блин, хоть что. Взял, сломал. Зачем сломал? А знаю. Перед тем закрывать приложение, необходимо завершить сеанс текущей игры. My name. Тебя Мэйн написал по-английски, нам на немецком. Нам и Рауль, их лерне дойч. Это понятно, это по-немецки. И шпрехи дойч, гуд. Я где-то 20 дней учу. Ну да, твое имя Рауль. Я разговариваю немецки хорошо, если так перевести. Шпрехи... Гуд. Эвентуэль. Так просто... что, мне не включена игра, а че он? Почему не включена? Я просто сижу по себе и знаю свою норму. Я даже на выпускном в школе не пил ничего, пил сок, перетанцевал с девчонками из трех классов. Только перетанцевал это мало. Надо танцевать еще потом, после бала танцевать. Много читал о нем, отзывы какие-то о нем не очень. Пробовал сам, быстро надоело. Need for Speed надоело. Смотри, здесь все просто. Эта игрушка, она больше надоест, если ты играешь в одного, только сюжет. Тогда это... Не игра, а мусор. А если вот в кооп вот так вот заниматься... Да, можно разочек пройти. Часами. Но в коопе действительно здесь... Нет, там много интереснее. Особенно вот эти вот игрушки с полицией, да, эти ночные. Это вообще прикол. Потому что, да, в одного я прошел, даже не понял сюжет. Вот сейчас вот Need for Speed Underground я играю уже. Сколько стримов у меня было. Вторая часть. С 2004 года игра. На момент, если что, этой игре 20 лет. И там, блин, сюжет... Оно запускается. Сюжет круче, чем здесь. О. Там еще люди старались 20 лет назад игры делать. А это так. Но здесь вот в хите именно фармить, зарабатывать копейку и на потом, да? То есть на вот на кооп, на потом. Онлайн, на пенсию копейку собирать. У меня выпусков в школе не было, колледж вот, последний курс России. Заканчивался с официантками, а? После смены гулял. Бросил совсем. Ну, бывает. Всяко бывает. Раньше делали сюжет, да, да. У меня вот старые игры, все больше кайфы именно по старым играм, потому что там реально есть какой-то сюжет. Ну, больше души, да. Там, и там реально вложено вот что-то такое. А новые игры, лишь бы заработать денег. Приглашайте. А по сути-то ничего. А сессия полная, надо выходить. Походу. Ты чё? А, он вообще вышел, что ли, с игры? Его выкинуло. Блин, Влад, ладно, подожди, сейчас я выйду. Тогда, Тимур, ты нас... Я не выкинул, она просто такая... О, входи, 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 Влад, входи. Я уже нажал. Да все, я уже выхожу теперь. А, ты вышел. Пипец.
Когда драйвер вышел. Зови давай в партии. Кто сам драйв сердце? У меня был выпуск, но он закончится, он не очень. Ну да, GTA San Andreas в сердце. Ну, GTA... Vice, One Love. Да, Vice City вообще, да. Это вот та из... Где мы начали издеваться на... Блин, а у меня только третья. Да? Она у меня на PlayStation была вторая. А, GTA 4, GTA 5 до сих пор еще там. Такое в GTA 5 комьюнити, вы даже себе не представить не можете, кто вот не играл толком. Это просто... Я вот недавно узнал. Мне 5 не нравится, 4 норм, 5. Ну да, это на любителя. Я вот проходил и ту, короче, Vice City больше... Vice City мне нравилось вот именно на компьютере, что там ты мог автомобили менять, я туда свою музыку вставлял, плейлист по радио, у меня музыка своя играла. Прикольно было, да? То есть... Можно, или ты про что-то говоришь? Я принял или не принял? GTA 5 играет сотни тысяч, это абсолютно верно. GTA 5 у меня есть на PlayStation. Буду врубать. У меня нет. Все сюжетки начались с Xbox 360. Ох, круто. Да как, нет. Ох, у меня PlayStation 3 осталось, а сейчас 4, сыну сейчас 4, вот уже 3 месяца есть уже, там 4 режется. О, странно. Ну, принимайте приглашение, сейчас есть? О, да. Far Cry, Crysis, Fallout, New Las Vegas, Shift 1-2, о, класс, нормально. У меня где-то есть стримчик, я не знаю, годика полтора-два назад, когда я только начинал стримы на канале Driver. Где-то есть стрим, где я показывал все мои игры на PlayStation 3. Блин, Blur, как не поиграл в него, кстати. И там прям... Не поиграл. Там Blur. Прям... Blur прикольный, кстати, вот этот. Blur, да. Прикольно. Я в 5 наиграл на акциях 68 миллионов. Надоело, бросил. Вот на PlayStation 3 у меня сейчас, я говорю, вот коллекция собралась, и куда ее девать, вот. Когда-нибудь все. Вот. Я даже PlayStation подсоединил к компьютеру, чтобы играть, но вот... И купил потом Need for Speed Heat за 300 рублей, и все. Вот, драйвер проходил, драйвер Сан-Франциско. Драйвер проходил, драйвер... Я собираюсь. Драйвер Сан-Франциско на канале Драйвер. Просто бери и проходи. Вот канал у меня есть, зайдите, канал Драйвер, блин. Вместо Blur у меня была Split Second, кто-то помнит ее, видишь? Конечно. Я тебе говорил, Тимур, что я Split Second надо брать. Деньгу. Деньгу. Split Second вообще. Вот это вот нет, правильно? Вон драйвер как раз и проходил, я нет. Ну, драйвер... Все проходили, только ты не проходил. Да. Как ты мог Split Second пропустить, я не знаю. Честно, это невозможно. Так, вот, короче. Погнали, вот, все на улице. Вот рассказывал про консольные эти самые... Консольные... Давай, зови. Split Second я купил, кстати, в том году за 5 евро, или позапрошлом. О! Ого! В этот, на PlayStation 3. Как новый диск. На третий. Кто не принял? Я выехал, вот. Он просто отъедь от гаража. Блин. Ладно, скидывай. Зови. Еще раз. Пожалуйста. Он просто возле гаража близко трется. Отъезжай. Давай, принимайте. Ультра шарф. Шарф. Вот, сейчас бы как раньше по сети поиграть. Ну, да. Конечно, конечно, конечно. Интересно, она пока работает сервер или нет? Мне кажется, что нет. Вот канал Драйвер YouTube, там, Драйвер канал главный мой, там, с него все начиналось, и там... Там, в принципе, вот эти, которые я проходил, Need for Speed, я их сейчас спрятал. Потому что здесь... Зачем вот... спрятал? Потому что здесь вот все это игровое, там теперь там осталось все влоговое. Ну они как скрыты, некоторые прямо я удалил, некоторые просто скрыл. Можно по ссылке по отдельно посмотреть, а так их как не видно сейчас. Драйвер Сан-Франциско, там это все проходил я на PlayStation 3. Сидел тут, мучил. Босс там последний был, я тебе скажу, еще тот чел. Севера закрыли, да, это конечно. Ну, потому что Split Second уже игрушка, она очень такая. Давно уже она, да, здесь. Да, смотри, она даже не постарела, мне кажется. Нет, нет. Некоторые игры делали в то время еще такие классные. Это же на PlayStation, ой, на PSP еще выходила Split Second. На PSP PlayStation 3 тоже, на 2.
Ну, на PS, ну, то понятно. PlayStation-ская тема, это, Сонька. Легенда. Flatout, да. По-любому. Но Flatout, да. Так, давайте еще минут 5-10, и надо будет уже одно тоже потихоньку завязывать, иначе это... 5-10, 5-го, 4... Ну, я смотрю. Да ёб парасоте. Чекпоинт. Офиг. Мяч. Мяч? Тише. Midnight Club я вот, кстати, начал играть на PlayStation 3. Ой-ой-ой-ой. И вот надо будет ее опять возобновить, эту всю тему. Там тоже прикольная штука. Метный клаб. Еще тачки тема. Там тоже, кстати, вот мотоцикл есть. Прикольно. Ну, на следующий год в Италию поеду. Тимура поймают. Он скажет, так, что тут у нас делает? Бонжорно. Да, я. Ну я так коллекционер только на PlayStation 3. Все. Так я пару консолей купил маленьких. А у меня есть. Я у двух товарищей был в Германии, у них все консоли есть. Просто все. Это не коллекционеры, реально. Там игр до хрена и больше. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! В забор. Древние монеты Руси, Греции. Да, вот это круто. Монета прикольная штука. Монеты коллекционировать, но... Нормально такие машины. Монеты хорошо коллекционируют, места много не забирает. Так, ну чё, кто завёз следующий? Давайте, зовите. Зовите. Я днём звал, теперь вызовите, быстрей. Давайте ещё одну. Я звал топ. Hot Wheels. Вот это тоже у меня есть. Маленькая такая, маленькая. Я просто так любитель. Эти я обожаю. Порезался случайно. Воду. Что ты сделал? Монетки. Hot Wheels пару тачек у меня есть, прям запакованные еще даже в этой. Никаких. Можно за миллион продать? К сожалению, нет. Но когда-нибудь останется он поколению следующему. Потому что есть определенные машинки, они потом, ну, в маленькой этой выпускались, такое, лимитирт. Limited. И, соответственно, если они еще в оригинальной упаковке, не тронуты, не царапаны, ну... Принимать. Престиж, нифига себе. Как на итальянском престиж? А, у тебя английский сейчас. Да, английский. Так же. Престиж, наверное, на итальянском будет. Блин, хоть бы полиция не приехала. Сейчас 40 секунд, а? Едет. Неожиданно. Ну я пока постою, буду смотреть. 3260 игр в Стиме. Да, кстати, он у Барина очень большая коллекция. Нормально. Когда во все это играть, вопрос. Ага. У Мишки тоже у нашего сколько игр, да, у меня он раньше тоже было. Сейчас. Где вы столько берете? Покупают. По акции берут. Полиция мимо проехала, меня пока еще не видела. Вот мы сейчас в Эпике, вот я за 2 недели в Эпике столько игр получил за бесплатно. Эпик вообще классная штука, платформа. Раздают тебе направо и налево. Надо просто вот недельку взял, поставил себе библиотеку, подождал недельки две. Хоп, опять что-нибудь прикольное, да? Вот именно что. Если я посчитаю в Эпике, сколько у меня там сейчас игр есть, если бы за это все бы я деньги платил бы, хо-о-о-о. Там, блин... На PlayStation 3 я все эти покупал, они все у меня оригинальные, чтобы чем больше документов от них, тем лучше. Погнали. Погнали. О, только выехал, полиция сразу здесь. Серьезно? Насквозь, да. Серьезно.
пришли в Dark Souls снова. Ай, блин! Да. Чё в меня трафик кидаешь? Блин! Эй, вы ещё толкаетесь. Эй, не ротикли. Делаем. Полиция хоть отстала чуть-чуть. Ага, и вот следующий. О-о-о. Мама мия, Влад. Да, это Тимур был. Тимур был. Ой, поворот пропустил. Пипец, вот это место для шортс. Вот это удар был. Вот это было. Что у нас? Два часа уже стрим. Вот это у меня шорты новые будут сейчас прям. Я тебе дам. Завтра шортов настряпаем. Нормально, спустя полиция, тачки вижу. Да прям вообще сейчас там стекла полетели. Жестко, жестко. Миша зря сегодня не было, да, с нами? Смотри. Да. Лютый Миша гонщик наш, Мишка с пивом. Это может, блин. Да ему вчера 5 часов, наверное, хватило. Да нет, конечно. Ты чё, я, блин, в том году смотрел, как он строил, блин, этот. Арка включил. 18 часов у него стрим был, представляешь? Ничего себе. Он говорил, да. Это вообще люто прям, да, я захожу, я уже пошел, поспал, проснулся, он еще сидит. Я говорю, ты спать не собираешься? Ну тебе вообще, ну, это ж... Поспал. Такие стримы-то на здоровье-то сильно давят, ты че? Еще гонку, это быстро было. Да. Не, хватит. Хватит, да. Хватит. Не, мне надо реально уже это... Все? Будут проблемы, проблемы с Йоном. Да, вы-то можете гонять, в принципе, че вы? Без меня? Не, а ты у нас стримишь, что гонит по себе? А, вы... Ты же не туда стрим включал. Я пачками брал, была коллекция старая. Так, ну что у нас? Гараж. Захожу подмога. В гараж. Ой. У нас же машина в гараж. Ой, блин, полиция теперь везде. 5 простыш, нет. Кто-то еще хочешь ездить раз? О, что? Тимур. Ага. Еще хочешь одно? Ага. Подожди, я посмотрю, так, где рядом заправка есть. Надо отремонтировать тачку. Посмотри. У меня уже с нее все сыпется. Я крадусь. Куда? До гонки. О-о-о. Полицай, полицай. Сейчас я сама. Все, бай, удачи всем. Все, спасибо. Да, все, кто большое. Были, приятного было найти ваш канал. Да, взаимно. Спасибо большое, что забегали. Подписывайтесь, пишите комментарии, кому не жалко. Жалко нету. Всегда рада вас видеть. Забегайте. Наш человек с Турции, да? Прикольно. Раньше... Ёлки-палки, вы чё, гоните, что же? Да, играм много времени уделять, видишь, ну... Ой, мне кажется, у меня сейчас машина помрёт. Меня купы присели. И меня. Чё такое? А, ещё там пин. О, оп, тоже сейчас на конфлин. Оп. Все, конец. Третий уровень. Все, конец, да, третий уровень. В воду упал. А можно с подбития жарко погони. Где оно? Не пойдет, если. А, ну что, это опять коп. Я по полям объехал, так четко полицию. Все, давайте, зовите. Да у нас... Сейчас либо Тимур, либо я доедем сейчас. Так, подведем итоги. Откуда у нас, народ? Да. Итоги подведем. Сегодня были из Турции, из России, из Украины, из Италии, из Германии. Везде. Интернационал. Азербайджан. Научись в Турции. Но ты сейчас, в данный момент, находишься в Турции. Все правильно. С Азербайджана. Класс. У нас он был... Мага у нас был, Гелетваген. Что-то его, говорю, сегодня вспоминал. Его давно уже не было. А, так это за тобой полицай ездит? Маги... Походу. Он с Дагестана.
на гонке, конечно. Азербайджан, у нас Team Kenny Games с Азербайджана. Баку? Ага. Баку, да. Столица. Он оттуда. Блин, уже... Что у нас там? 10:30, мама мия. Тимур, нет, приехал на гонку. И потом полиция приехала. Ну да, полицейский врезался. Да, Баку. Да, у нас есть товарищ, стример тоже, ютубер, Team Candy Games. Куб застрял на трамплине. Баку, Азербайджан. Из-за этого я вспомнил, да, с Азербайджаном, да. Даже как-то он у меня был на стриме, как-то гостем на подкасте на канале Драйвер. Подкастер мой. Подкастинг. Тимур, давай уже выходи от них. Эскейпинг. Зови. Да, вижу. Сейчас только они подъехали на эту гонку. Давай, 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 давай. Стоит. Событие третий? Угу. Ого, нифига их там, вы чё? Тимур, ну что ты, ля? Ты, блин, это я вообще, конечно, это такое, ля. Ля ты, крыс, да? Шейки, шейки. Да ё... А, нет, да, успею. Нет, старт. Оп, а. Ех. Поехали, поехали. 8, 7, 6, 5. Сейчас. Прям очень сильно повезло. Они чуть меня не сцапнули. Этот крыс, да? Нет, он 18 часов стримил, и 18 часов это сразу играл. И стрим, и игра была у него. Мэнисон, да, все сразу. Мадрид. Такс. Ого, знаешь, что показывает сейчас? 17 человек. Где? На стриме. У тебя. Нет, у меня стоит все время 2. У меня 17. Че там за погоду показывает? Это погода у тебя в 317 плюс. 3 есть. 3 есть, да, 17. Так же давай, пожалуйста, там только никто не занимайтесь накруткой, это очень нехорошо. 17 это неправильно. Нету здесь 17. У нас вчетвером сидим, не надо. Да-да. О, теперь один. Ну 17-то не то. С первым. Не рада нам это первые апрельские шутки. Не раз, только, пожалуйста, не занимайся этим. Накрутка, это хорошо. 1 апреля никому не верят, да. 3 честных человека. Да, летает, да, летит. 4. Барин, ты, я, да. Ты, да, я, да, мы с тобой. И барин модератор. Точно. Пока не врат на голову. Вот, сейчас стоит 2. Ну, 2, ну там плюс-минус. Да эти мишки. Мишки. Блин, кто это был? Тимур. Че, просто. Че, че? Рядом проехал, наверное. Приезжал мимо. Ага, рядом. Вот в кусты ушел, вот так тебе. Да я такие пионик, он летает, значит. Ну да. Да что ты будешь делать по полям ездить? Че, на тракторе, что ли? Я на кукурузой приехал, а ты меня бьешь, что это такое? Ты что, попкорна хочешь? Нет, просто сварить. Просто сварить кочерышка. Качарышка. Надо вот посадить летом кукурузу, чтоб свеженькая, блин. Важно. А почему бы и нет? О-о-о, приехал на финиш. Че, так можно было, что ли? Ничего не едет, только нет, это у Ламборгини так, такая. А что-то реально разучился ему управлять. Так, ну что, молодые люди. Спасибо всем за стрим, всем, кто находился сегодня здесь. Кёнигсек ездит только прямо. Это да, и очень быстро. Очень быстро. Вареная кукуруза очень вкусная, кукуруза вареная, да, по-любому. Я даже брал сырую, чуть-чуть обжарил, чуть-чуть маслица. И это прям, ля, как вкусно.
Так. Здесь где-то стоит павлин этот. Будь он неладен. Там его. О! Кто-то не собирает не такой чумачечи, как мы с тобой. А я что? Я ничего не делал. Я собираю. А где он? А, вот он. Нифига себе, погрузчик сбил. О, 5 из 6, круто. Все, спокойной ночи. Да, всем спасибо, всем, кто находился сегодня на стримчанском. Побежал реально, да. Доброй ночи, доброй ночи. До скорых встреч. Отметим сейчас кооперов в описании. Стримчика, забегайте, подписывайтесь, пишите комментарии. На днях что-нибудь продолжим такое дико играть. Или это, или Амонг посмотрим. Вот, через пару дней. Все, всем удачи, всем пока-пока. Барин, тебе от души. Модератор, блин, от корки до корки. Спасибо большое. Все, Влад, Тимур, давайте всем удачи, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Давай. Тогда до скорых встреч.